Друзья, привет! Меня зовут Марина, и я очень рада приветствовать вас на моем канале об одежде из секонд-хенд. На улице уже совсем лето, одеты мы легко, воздушно, и очень хочется носить платья, снять брюки. В секонд-хенде сейчас очень много привезли платьев, и сегодня я начну именно с моих покупок. Это платье от Zara, оно было абсолютно новое, и купила я его за 1000 рублей. Все, что я покупаю, что-то покупаю себе, очень редко, но в основном покупаю для своих заказчиц. Это льняной сарафан в размере L с красивой вышивкой внизу. Я тоже купила, и цена его была тоже 1000 рублей. Кстати, он тоже был новый, с биркой. Это льняное платье от польского бренда Tatum. Купила я его для своей заказчицы. Цена 750 рублей. Этот сарафан из 100% хлопка. Мне он велик, но он тоже в числе моих покупок. На лето очень хороший вариант. Роскошное платье от Massimo Dutti. Это хлопок. Такое ощущение, что вязанный крючком, ну, смотрится просто потрясающе. Цена, кстати, его была всего 500 рублей. Это платье из 100% хлопка. Цена у него была 750 рублей. Сзади у него оригинально так сделана спинка, но, к сожалению, этого я не сняла. Хлопковое платье еще одно. Это Zara. Цена, по-моему, 1000 рублей оно стоило. Я купила его для своей подписчицы. Рукава, фонарики, воланы, все как надо. Это лен от Манго. Цена тоже 1000 рублей. Как-то платье у нас в секонде немножко подорожали. Раньше можно купить было гораздо дешевле. Но на этом покупке платьев заканчиваются. Эти платья я просто примеряла, но они остались в магазине. Это 100% лен. Там подклад или подъюбник, даже можно сказать, двухслойный. Чем-то оно мне напоминает шахматную доску, или я почувствовала себя Алисой в Стране чудес. Это платье тоже осталось в магазине, 100% хлопок, на кулиске, свободное. Это был размер L. И теперь еще будут мои покупки. Жакет без подклада. Такой легкий, льняной, летний. Цена его была, по-моему, 350 рублей. Это тоже лен. В секонде сейчас достаточное количество льна. Мне кажется, можно выбрать себе одежду из этого материала на любой вкус и цвет. Хоть платья, жакеты, юбки. Кстати, недавно купила для себя юбку классную. В общем, все, что хотите. Так, эта кофта у нас с содержанием 80% шелка. Она очень приятная к телу была, на замке, и классный цвет. Мне очень понравился. И на карманах пришиты пуговицы акцентные, причем как бы с разных сторон, ну, сделано интересно. А это хлопок трикотажный, тоже на замке, такая спортивная, можно сказать, кофта на кулиске.
в день завоза ее никто не купил, я потом была на скидке и купили ее подешевле. Вот эти сандали я тоже купила, это натуральная кожа, 40 размер, и цена их была в день завоза 500 рублей. Они очень легкие, прям невесомые. Льняная рубашка небесно-голубого цвета. Отменное качество, это Christian Berg. И вот эту рубашку от Uniqlo я тоже купила. Это вискоза и полиэстер. Состав, который часто встречается у этого бренда. И качество просто отменное. Пальто. Содержание шерсти в нем 30% яркого цвета. Оно без всяких застежек. Смотрится тоже обалденно. Мне понравилось. Блузка из натурального шелка, но, к сожалению, у нее подклад из полиэстера. Ну, такие вещи все-таки лучше делать там шелковый верх и шелковый подклад. Ну, это уже как бы вопрос к производителям, но тоже ее купила. Джемпер Zara, 100% шерсть. Он тоже в числе моих покупок. Цена у него была 500 рублей. Юбка из льна. Обожаю этот летний цвет. Отлично будет смотреться на загорелом теле. Подчеркивает загар. Ну, тоже купила. Ну, на этом мои покупки заканчиваются. И сейчас будут вещи, которые я просто примеряла. Это жакет от H&M. Сначала он мне понравился, но когда я примерила, поняла, что это абсолютно не мое. И никто также его не стал брать. Ну, это просто не мой, не на мой вкус. Им напоминает матрас. Кому-то нравится, скажу честно. Бомбер. 750 рублей он стоил. Английский бренд, к сожалению, не помню. Ну, качество на высоте. Это плащ с акцентной красной строчкой и такими яркими в цвет строчки крупными пуговицами. Смотрится оригинально, хорошая длина, и цена у него была 750 рублей. Это ее Polo, 100% хлопок. Достаточно часто встречаются такие джемпера в секонде. И цена у них обычно невысокая. Можно даже купить рублей за 350. Этот стоил 500. Это кеды Vans, 500 рублей. Такие, состояние у них средненькое. Хорошо поношенные, но выглядят все равно прикольно. Замшевые туфли, очень мягкий верх, не держат форму. Ну, я думаю, что нога в них будет чувствовать себя комфортно за счет вот этой мягкости. Цена их была 350 рублей. Это сумка из натуральной замши. Ну, ее тоже никто не захотел покупать. А у меня сумок уже предостаточно, поэтому оставим ее в магазине. Цена 750 рублей, по-моему. Безрукавка из 100% шелка. Такие большие разрезы. Ее классно будет носить на выпуск. Либо, например, вперед заправляем, а зад остается выпущенный. Мне так нравится. Жан-Франко Ферре. Ну, такой спорный дизайн, конечно. Это тоже 100% шелк, но подклад из полиэстера. Ну и размер тоже не мой. Эту рубашку я нашла в мужском отделе. Бренд, к сожалению, не помню. Стоила она 350 рублей. Качество у нее просто отменное. Сшито великолепно.
но никто не стал брать. Понравилась эта рубашка тем, что необычные рукава на резинке, и материал, по-моему, это был лиоцел. Такая она очень мягкая, и сзади тоже сделана оригинально, к сожалению, не сняла. Это легкий летний плащик от Uniqlo. На бирке было написано, что это размер M, но больше он подходит, конечно, на S. Цена его была 750 рублей. Хлопковая футболка от Miucci. Цена 500 рублей. Я так хотела ее себе купить. Но нашла на ней пятна. И они непонятного происхождения. Отстираются или нет. Не поняла, поэтому брать не стала. Как вот это попало в мою корзину, я вообще не знаю. Что-то непонятное. Типа болеро, короткий кардиган, короткая кофточка. У нее в составе было, по-моему, 50% шелка. Наверное, поэтому я взяла, но смотрится как-то нелепо. И закончит мой обзор этот топ из льна. Желаю всем хороших выходных, отличного летнего настроения. Всех обнимаю и пока-пока. Увидимся в следующем видео.